Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Huawei Mate 20 Pro. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить раздел, точнее не раздел, потому что раздел это Private Space, я снимал уже об этом видео, а как включить раздел личное для личных фотографий, для личных видео и для личных файлов. Итак, для того, чтобы это сделать, изначально нужно перейти в приложение «Настройки», затем спуститься вниз и выбрать пункты «Безопасность» и «Конфиденциальность», после чего выбираете пункт «Личное» и нажимаете «Включить». Выбирайте, где будет находиться, либо у вас есть память, карта памяти от Huawei, да, которая на NASD, либо во внутренней памяти. Теперь нужно придумать пароль. Пароль нужно придумать такой, чтобы, короче, обычный самый пароль, 1, 2, 3, 4, пусть будет 5 единиц и одна буква Q. 1, 2, 3, 4, 5, одна буква Q. Допустим, у меня будет такой, так проще. Имя отца, не знаю, не важно. Имя матери тоже не особо важно сейчас. Итак, готово. Вот, привязать ли аккаунт к аккаунту Huawei, вы привязываете. Я просто его еще пока не добавлял на этого пользователя. Поэтому я нажму отмена. Итак, что мы видим здесь? Изображение, аудио, видео, файлы. Можно даже заскринить или это нельзя скринить. Видите, съемка скриншотов запрещена на этом экране. А интересно, а так можно? Да. Так, естественно, тоже нельзя, но это хорошо на самом-то деле. Итак, что хотел сказать? Хотел сказать, что вот видите, нам опять просят пароль, потому что это типа капец как конфиденциально, надеюсь, действительно так, а не просто на словах. И вы нажимаете изображение и нажимаете добавить изображение, которое вы хотите скрыть из галереи, да? Вот, он перемещен в раздел «Личное». Он скрыт из галереи, но зато он есть у вас здесь. Спрятан в настройках, да, то есть, чтобы перейти сюда, нужно перейти в настройки, в безопасность, конфиденциальность, личное, ввести свой пароль. И затем перейти и просмотреть это изображение здесь. Если не так, то по-другому невозможно. Видите, мы перенесли этот альбом туда, и здесь уже этого альбома нет. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, если оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии с вопросами, и если уж вам понравилось видео, то даже с благодарностью. И до встречи, если у вас вдруг случится что-то с телефоном, добро пожаловать на наш канал. Пишите, спрашивайте, постараемся ответить. До встречи.